И мы можем сегодня к огромному, великому сожалению встретить много мошенников, которые на протяжении всего периода ислама появлялись лжепророки, которые называли себя пророками. И лже-махди, которые называли себя махди. Они были различных национальностей. И есть некоторые группы, которые ожидают его с подвала, что он выйдет. Но что интересно, на постсоветском пространстве сегодня можно встретить людей, которые называют себя махди. И что даже более, что интересно, люди, которые не являются мусульманами. Он говорит: я махди. И ты видишь некоторых якобы мусульман, которые приходят и дают ему бай'а. Говорит: да, я уверовал, он махди. Где разум, где акль? Всегда на протяжении ислама, когда появлялись лжепророки или лже-махди, это только те, которые хотели внимания людей, либо же хотели статуса, положения и власти. Ничто иного другого. Власть и богатство. За власть люди борются различными путями. Кто-то приходит, отвоевывает, забирает и тому подобное. А кто-то приходит путем обмана. И особенно путем обмана священных текстов Корана и Сунны. И поэтому каждый, кто говорит «я махди», плюньте ему в лицо. Потому что махди не придет, скажет: «я махди, следуйте за мной» или «поклоняйтесь мне», или «мне деньги скидывайте». Нет, он не будет выпячивать это. Он будет покорным, праведным, скромным рабом Аллаха. И более того, когда мы говорим «махди», и когда посланник Аллаха упоминает его в текстах, это праведный человек. Праведный человек, в вашем понимании, это не тот, который отпустил длинную бороду, отпустил волосы, намазал их гелью, одел белое одеяние, либо же чалму и ходит с посохом махди. Нет, это деяния, которого видны в мечети, в жизни, на улице. Это не построенная какая-то внешность или же выдвинутая людям. Нет. Я предостерегаю всех мусульман от того, чтобы рассылали и распределяли их каналы, на которых они призывают к этому. Сидят люди, которые назвали себя махди, и они для того, чтобы повлиять на мусульман, они придумали вот что-то махди. И он себя называет махди. Мусульманин правдивый только засмеется. Но невежественный, который помешан его разум на каких-то святых людях, на каких-то махди и тому подобное, он поверит этому и последует. И ты видишь, человек сидит с Кораном и говорит: я открыл для себя махди, Иван Петрович или Иван Васильевич, я вот за ним следую. О, умма Мухаммада, неужели невежество дошло до такого уровня, что мы на каждого лжеца и обманщика ведемся? Неужели настолько мы стали невежественными, что мы не знаем свою религию? О, те, которые уверовали. Ваша вся религия, ваши убеждения должны быть окутаны вокруг Корана и Сунны, а не вокруг личности. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, еще не успел умереть, как при нем уже появились лжепророки. Это будет до судного дня, это сунна Аллаха на земле. Поэтому остерегайтесь лже-махдиев, лже-авулия, лже-пророков. Не дай Аллах, придут времена, что наши дети элементарного не будут знать из своей религии и будут изучать ее из Википедии.